Мне бы так поставить войска получше. Ладно. Поставим вот так пушки. Конницу сюда. Здесь на помощь вдруг на пушки нападут. Артиллеристов. Так. Давай же. Аккуратно стояли. И вот так. Поближе. Эти тоже. Так, порядок. Приготовились. Что-то граница близко так. Даже странно. Ладно. Побежали аж в атаку. Ты смотри, какие. А ну-ка сюда. Огонь пушки. Так, где тут конница? Пусть поможет. Так, стоп. Так, это есть. Это сюда пусть стреляет. Да, где тут конница моя? На паузу поставлю, бо что-то я не разберу, где тут кто. Эти здесь. Тут стрельба.
Так, надо помочь. Здесь бегут слишком близко. Так, эти, значит, сюда пусть стреляют. В Курлянде еще и подкрепление будет. Надо как-нибудь вот так развернуть пехоту. Помочь пехоте срочно. Слишком близко подошли. Пушки что-то долго заряжаются. Пока справляемся. А здесь нет. Это еще кто? Куда взялось? Артиллеристы на место. Сзади отходят. Стреляют навесом. Это пушка. Да. Так, стоп, а где моя конница? А, так долго догоняет. Опять на моих артиллеристов. Добиваем. Вот сюда. Чего разберемся. А здесь еще кто? Опять гонится. Ладно, надеюсь, справятся. Надо посмотреть здесь. Давайте, давайте. Никак не добьют их.
Так, это пушка. По генералу или пока мы тут можно. Так, что-то маленькое. Проигрываю. Проигрываю сражение почему-то. Эти оттуда взялись еще. Или это подкрепление приходит от сзади. Так, достанет. Сюда. Так, генерала тоже в атаку надо посылать. Артиллеристы, давайте сюда уже. Там же армия разбегается вся. Так, понятно, где моя бездействует, вот. Помощь пехоте. Так, здесь отступает. Огонь. Здесь пушки. Держитесь, где тут стрельцы. Давайте, уже некогда тут стрелять. Порядок, добили. Разворачиваемся. Генерал уже сам, это кто? Артиллерия. Поможем. Так, кто еще может прийти на помощь? А вот, вижу. Быстрее сюда. Так, пушки сюда. Перенаправляем стрельбу. Туда. Туда. Здесь уже в рукопашную будем сражаться. Где эти? Вот они. Все сюда пока. Эти сюда. Посмотрим, где мой генерал. Эти сюда. Регулярное ополчение. Встает картечь теперь. Этим лучше. Так, кто здесь конится? Вперед. Так, где тут стрельцы? А, еще бегут. Ладно. Назад огонь. Так, нет, не достает.
Ладно, куда достанет, стреляйте. Эти. Так. Добили. Теперь за этими. Где мой генерал? Че он там стоит? Добиваем этих. Ух ты, как сложно. Еще проиграю. Добивать быстрее надо. Так, это достает картечью. Это давай ядрами. Это тоже ядрами сюда. Пушка. Так, пока придержат. Эх, так. А здесь гренадеры сильные. Так, все. Давайте туда. Даже если не все. Генерал поможет сейчас. Но... Держи их. Где тут пушка? Ядром стреляет. Вот. Надо этим помогать. Быстрей. Так, здесь где мой генерал? Все. Добили. Все. Назад. Вперед. Картечью добьем. Эти. Ядрами. Купят мои гренадеры много. Так, где мои войска еще есть? Генерал, давай помогай. Кстати, что это за пушка? Стоит, застряла. Хорошо. Так, эти. Я картечку давай. Отступить. Там я уже не смогу помочь. Эти. Сюда. Должен выиграть все равно.
Так, где тут пушки эти? А, вот еще. Так, добили. Ладно. Где мой генерал? Сражается. Вижу, что проигрываю все равно. Не отступлюсь. Генерал у меня будет сражаться. Так, эти пушки пусть пока сюда стреляют хотя бы. Это кто? Отступить сюда. Так, все, отставить. Эти туда, эти сюда, пусть стреляют. Так, пушки. Нет, это не то. Течу давай. Вот еще остатки моей армии бегут. Куда тут еще можно? А вот они. Это все. Ядра, хорошо. Эх, жаль, пушка ушла моя. Значит, отступаем. Отступаем. Вот, вот эту надо бы пушку разбить. Пока. Так они мне всю пехоту перестреляют ядрами. Пехоты нет, только два отряда остались. Так, попробуем как-нибудь победить. Ты сильно что в Курляндии армия. Где он? Уже картечью достает. Так, это картечью. Так, я не понял, где они. А, они вот как застряли на холме, поэтому и... Я не стреляю. А ну давай сюда.
здесь что-то непонятное. Давай сюда, давай, 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 давай. Нет, нет, тут нет, нет. А, там застрявшие. Ну ладно, потом разберемся. Так, сюда. Все пушки сюда. Огонь. Еще. Гренадеры вздумали вернуться. Добьют их. Все, отступают. Добиваем. Пушки по артиллеристам теперь. Пехота сюда. Все равно выиграю этот бой. А ну. Где тут генерал? Генерал погибнет. Не жаль. Сейчас пехота должна подойти. Будем стрелять. Так, кстати, а где гренадеры, которые отступали? Так, все. Пушка там. Этих артиллеристов, а то они сильно храбрые. Ой, мой генерал отступает. Ладно. Ладно, хоть живой. Сюда надо стрелять.
артиллеристов больше пули делит. Рукопашка. Так, уже их трое осталось. И не бегут. Все. Да. Вот это сражение. Так, я только один отряд и потерял. Ладно, восстановимся потом. Так, да. У меня и войск в два раза меньше было. Да. Опять заблокировали мне торговлю всю. Вот блокирован. Но зато у меня вот здесь есть армия свеженькая. Осада началась. Так, здесь. Вашим услугам. Поселение в осаде. Эти сюда. И эти сюда. Будут еще указания. Они у нас в руках. Мы непобедимы! Порядок. Так, порт разблокирован, а этот нет еще. А где тут были корабли? Их же надо отремонтировать. Вот, то есть. Да. Ремонтируемся. Здесь мир и порядок. Так, мир, мир. Так, смотрим здесь. А, здесь не надо никого. Я забыл, это надо. Ага, они вон туда пошли. Так, догоняем. Этот возвращается. Этот будет здесь дежурить. Хорезм, не смотрю, что-то тут. Сильно агрессивный. Так, сюда. Ремонтируется. Да. Хоть сколько-то. И порядка нет вообще. Здесь институт этот. Колледж. Нужны институты. Скорость изучения новых технологий. Ладно, пусть изучает. Попробуем разбить бунт бунтовщиков. Так, здесь еще недовольство. Так, датский флот. Слабовато. Друзья, такие высокие.
если уменьшить. Здесь недовольны. Здесь нормально. Здесь, если уменьшить, вот, вот, здесь не обязательно, не надо рисковать. Так, Дания, вот, уже прибыли немножко больше, снизил налоги. Можно открывать, как это называется. Вашим услугам, ваше величество. Так, здесь конницы это тут. Вот, понятно. Продолжаем. Русь объявляет войну. Этого еще не хватало. Ну да. Опять 25, все. Так, подошли, но не атакуют. Хорошо. Вещь Посполита еще. Но это же надо. Союзники называются. Так, ну это я проигрываю уже. Окончательно. Две пушки. Сдаемся! Это я никак. Потерял две армии. Отходим к Петербургу. Так, пушки есть, хорошо. Раз, два, три мне надо. Так, конницы. Здесь мир, хорошо, здесь порядка, нужны войска. Здесь тоже, если выведу, ничего выдержат. Так. Все сюда. Здесь торговых путей все равно нет. Заблокируют. Так, теперь нам мешает вот этот флот. Флот. Так, и теперь не мешает. Теперь этот. Флот сюда. Что дальше, капитан? Готовы выполнять указания. Так, и армию Меншикова сюда. Куда-нибудь вот сюда.
может и сюда сразу. Полной готовности. Ну ладно, это не важно уже, оно если так. Они попались. Победа! Порядок. Поднять флаг! Мирно! Вперед! Так, ничего ремонтировать не надо здесь. Пусть Курляндия появляется. Так, хорошо. Где там институт, пусть что-нибудь там изучает. Хотя бы один или два хода. Так, прибыль. Кораблик уходит сюда. Порядок. Так. Ага, этот флот не дает никому перейти через этот пролив. Но на корабли русаки вряд ли посадят десант. Там армии мало. А вот основная армия вот здесь. Так, Речь Посполитая. На Москву может пойти. Так, надо срочно. Взять в осаду! Приготовиться к бою! Так, Комега освобождена. Вообще освобождено. Если выйти. Нормально, нормально, все. И к Москве срочно. Здесь тоже надо пушки бы нанять. Так, этот. Где они там ходят? А вот они. Диверсанты. Так, здесь армию придется оставить, так как Хорезм сильно агрессивный. Может быть даже здесь, на границе. Здесь вот дорога как раз, чтобы быстрее перехватить. Так, 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 так. Форт блокирован. Денег же нет. Там датский флот еще. Ладно, подождем. Так, что у нас еще? Курляндия потеряна. Да. Генерал один погиб, ладно. Дальше идем. Русаки высадили все-таки десант в Финляндии. Вот тебе и сложная кампания. Значит, войска пополняются. Отступим. Что же мне с этим делать? Ай-яй-яй-яй. Тут надо строить и строить. Денег нет. Что?
это надо. А ну, пусть хоть это строится. Пехоту буду простую нанимать. Так, где здесь? Надо добить быстрее. Победа, слава! Так, хорошо. К вашим услугам, сэр. Сюда. А там еще есть. Я не видел. Артиллеристы. Мы восторжествуем! Корону и отечество! Мы победили! Порядок. К бою готов. Тогда эти в Москву опять идут. И правильно ты нож направил? Ага, идут, все. Тоже все на защиту Москвы. Здесь уже от Хорезма будет армия. Кого не вижу? Абелева. Защищаться. Посмотрим. Жду ваших приказов. Так. Ну, Финляндию-то я потеряю. Здесь еще недовольство. Ладно, придется ломать университет. Некогда изучать. Я ваш их покорный слуга. Да? Их ждет смерть. Агент обнаружен. Ну ладно. Так, это мой кораблик. Да, флот слишком большой. Пусть даже торговые все равно стреляют. Главное, подарить же не могу никому. Союзников. Посмотрим, что дальше будет. Ожидаю указаний. Указаний. Ах, ладно. Захватывайте. Хорошо, что армия разгромлена. Так, посмотрим здесь. Все равно недовольство. Строим, ремонтируем здесь. Авторитет. Ладно, недорого. Смотрим здесь, что так. Армия Этманата. Где здесь? Давай. Жду ваших приказов. Так, эти пусть
Здесь прикроют. К вашим услугам, сэр. Так, здесь. Идет марш! Так, хорошо, пока. Политика. Кубани тут уже можно. Можно. Норвегии можно. Налоги вводить можно. Здесь еще нельзя выводить армию. Так, в Петербурге надо постройки ставить. Ладно. Разбить что ли эту армию, чтобы нас здесь приготовиться. Мы непобедимы. Так, и выводим. Ожидаю дальнейших указаний. Так, и опять продолжаем изучать эту технологию. Блокированное насекомое, да. Это может получится и разбить их. Приготовиться! Марш! Нас не сломить! Да. Вперед! Нечего тут бегать. Мирно! Вперед! Так, хорошо. Здесь мир. Вообще союзники. Так, так. Где? А, эти. Денег уже нет на ремонт. Ладно, потом.